рамках фестиваля «Славянский базар» уже в 19-й раз мы организовываем ярмарку «Малый бизнес» в фестивальном Витебске. В этом году мы очень серьезно представили на своей ярмарке, выставке именно производителей одежды. Это и женской, и детской, и легкой. Очень хотим их не просто продавать, мы хотим их показывать всему миру. Поэтому и организовали сегодня показ. Именно упор на легкую промышленность. И хотим показать, рассказать, что сегодня, вероятно, в этой отрасли нужно делать упор именно на малый бизнес, который динамично смотрит за рынком, динамично развивается, динамично меняет модели. И мы, как видим, уже сегодня продажи очень хорошие. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.